Добрый день! Вы на канале Сад, Огород, Цветочки. Сегодня я хочу рассказать, как я выращиваю лаватеру. Лаватера – растение, цветы однолетние. Они обладают высокой устойчивостью к болезням и редко поражаются вредителями. Высота лаватеры кустов цветов может варьироваться от полметра до полтора метра. У меня в этом году низкосортная лаватера высотой всего где-то 0,6 метра, не выше. Есть такое утверждение среди садоводов, что это цветок для ленивых, либо для тех, у кого не хватает времени заниматься цветами по причине того, что заняты работой или еще какие-то другие причины. Растение в уходе нетребовательно, неприхотливо к условиям выращивания. Но в то же время, если посадить лаватеру в плодородную почву, заправив ее хорошо перегноем, то тогда и цветение будет более обильное и хорошее. Красиво будет смотреться цветы. Цветы у лаватеры воронковидные. Окрас бывает розовый, красноватый, белый, желтые есть лаватеры. Лаватера выдерживает засуху. Растение считается засухоустойчивым. Сильные порывы ветра тоже ей нипочем. В срезке цветочки держатся где-то примерно с неделю. Лаватеру можно вырастить как рассадным способом, посеяв пораньше, а можно и высадить сразу прямым посевом в мае в грунт. Всходит лаватера хорошо. Семена собираю я всегда свои. Посадив один раз растение, уже не нужно его покупать. Семена я имею в виду. Вот основное, что я хотела рассказать о лаватере. Главное посадить в плодородный грунт, не забывать изредка поливать, подкармливать, как и все цветущие растения. И тогда у вас будут такие красивые цветы, как лаватера. Спасибо за внимание.